Всем доброе утро. У меня сегодня кофе с утра без молока. Утро мое будет со сливками. И хочу попробовать сейчас вот эти вот сливки добавить в кофе. Пишут, что они придают восхитительный аромат и смягчают горьковатый привкус кофе. Ну, сейчас будем пробовать. Первый раз буду пить с кислым молоком. Вчера они купили, и Коля, видимо, забыл, когда ездил на закупку, купить тетрапак на всякий случай. И вот буду сейчас что-нибудь придумывать. Еще хочу себе сделать тост с яйцом, огурцом. И сделала себе вот такой вот тостик. Сейчас буду кушать. Вот такой завтрак у меня сегодня получился. В общем, второй тост, я пополам разрезала, сделала с клубничным джемом и немножечко масла совсем. Ну, вроде бы кофе вкусный получился. Я добавила еще чуть-чуть кофе, сделала, сварила. И, в принципе, ну, конечно, это не молоко, вообще это не то. Но пойдет. Когда вообще ничего нет, такое пойдет. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. Мы вышли на улицу. И нужно нам дойти до магазина, купить творожок доче. Йогурты закончились. И молоко мне надо купить. В принципе, больше, наверное, ничего и не надо. Вон собачка большая такая. Лишка смотрит. У нас сегодня плюс один. Ой, заехали мы с тобой в снег. Ну, считается, как минус два. Все, так что поедем, прокатимся. Быстренько пулей. Да? И уже скоро спать на дневной сон. Надо. Так, где пойдем? Наверное, здесь пойдем, потому что там крутая горка. Пойдем здесь более пологая. Так, молочко мы купили. Движемся дальше. Наши ДМК. Вот здесь мы купили творог, нам повезло, и йогурт. Так, и теперь я не знаю, может быть, нам купить еще творог. Мне? Ух ты, как пусто. Как хорошо, пусто, доча. Или может маме купить кексик? Или может маме купить творожок? Не знаю. Смотрите, сколько вкусняшки тут всякой. Ой, свежий хлеб. Так, куда пойдем? Вообще все пусто, слушайте. Как удачно. Смотрите, пустые ряды. Красотища просто. Ладно, сейчас определимся. Может быть, творог купим маме. Я вот думаю, может, на творожок. Хотя, знаете, вот вроде его наелась я. Творога. Что-нибудь хочу, не знаю, что. Вообще класс, пусто. Доча, нам повезло. Мы уже дома. И пока я тут раскладывала молочку в холодильник, Аверина решила устроить вот свою небольшую кухню. В общем, Аверина жарит газировку, да? Авелюша. Прошу прощения за нашу батарею. Ее нужно будет скоро менять. Коля, смотрите, сделал заплатку на ней, потому что там начинало что-то типа а-ля подтекать, ну, то есть была перспектива. И Коля это все делал, пока так замотал, говорит, по-хорошему, если мы здесь еще будем жить, ничего с жильем не придумаем, то нам нужно будет ее менять, скорее всего, потому что она вот в таком вот состоянии, там еще Авелине платье сушится. И обои, короче, и батарею. Ну, лучше, конечно, переехать куда-то в свое, но сейчас с новыми условиями я вообще не знаю, когда мы куда переедем. Поэтому сидим, в общем, помалкиваем пока. Да, вот такие вот у Авелиночки игрушки. А вообще нам надо спать, доча, идти с тобой. Нужно еще заказать мне ночные подгузники, у меня закончились. У меня, да, у меня закончились подгузники, да, все, вы правильно поняли. У Эвелины закончились. И я сейчас посмотрела в детском мире цену, я просто обалдела. Раньше на них всегда была скидка, мы покупали их примерно за 500 рублей, ночные. А сейчас они стоят 900 с копейками. Дочь, аккуратно, можно по ручкам так себе больно сделать. Никакой скидки вообще нету. И я прям подофигела, если честно, извиняюсь за выражение, но буду сегодня Коле говорить, чтобы он, наверное, съездил в этот вечером в Rich Family. Там вроде как 509 рублей. Вот, наверное, пусть там купит, пока они там есть по этой цене, потому что сейчас вообще не знаю, чего ждать.
я в шоке, конечно, от цен. И главное, я думала, что сегодня будет еще скидка, специально ждала сегодня, чтобы зайти в приложение, но нет. Доченька, может, мы все-таки уберемся и пойдем спать? Смотрите, кстати, по это более случая, моя сковородка, кстати, прогорела. Ей ровно год, 8 марта будет, Коля мне ее дарил 8 марта. Я у него просила хорошую сковородку, он мне вот купил такую вот красивенькую, все, она мне понравилась. И она вообще очень быстро прогорела, но, ну, понятно, что на ней еще можно жарить, но центр уже все подгорает. И вот я в который раз убеждаюсь, что вот эти сковородки, они на год. Они не больше. Ну, в условиях того, что ты ежедневно что-то готовишь, там, да, тушишь, жаришь, и... Они как бы больше редко когда служат. А вот эта сковородка, допустим, она... Когда мы ее купили? Она попозже. И вот она еще как бы работает. И то, она уже, видите, исцарапана. Хотя я, даже если что-то переворачиваю вилкой, я очень аккуратно это делаю. То есть, я не знаю, это, видимо, мы лопатками или чем-то исцарапали. Ложкой, может, какой-то. Ну, короче, но она еще рабочая. То есть, вот ей еще работать можно. Как раз несколько месяцев, потому что мы ее попозже покупали. Какая-то была скидка, по-моему, и Коля купил. Вот. Поэтому, короче, вот эту скоро на помойку, видимо. Вообще, какую-то переработку, наверное, надо сдавать. Наверное, есть. А то что, просто-то выкидывать. Ладно, пойдем мы спать, да? Красотка, спать пойдем? Ну что, у нас Эвелиночка поспала, уже я там покушала, показала вам свою порцию. И настало время открывать подарочек. У нас сегодня как раз получается 28 февраля, но 30-го не будет, поэтому нам бабуля сказала 28-го. Какое 28-е я сказала? Открыть подарок на 1,7. Ой, сегодня 1,7, поэтому нам бабуля тут что-то... Так, открыть 28.02 для Эвелиночки. Так, ну что, Эвелина, открываем? Пей пока водичку, мама достанет. Что же тут бабуля нам преподнесла? Ух ты! Что-то супер-пупер красивое. Варя, подожди. Доча, мама же тебе точно такое же смотрит на лето. А бабуля уже купила. А тут что? Что это, доча? Это твой собственный смартфон? Алло, баба, алло делать, да? Да? Бу, еще один у тебя будет. Что это, доча? Такой у нее взгляд. Да. Это же, по-моему, смартфон, да? Нажимается? Нет, не нажимается. Это просто наклейка, типа это телефон. Но там какие-то батарейки есть. Значит, он издает голоса. Да, Донь? Ну, вот это бабуля, да? Вот это красота. Давай померим. Будем мерить? Вот такая красавица побежала моя. Смотрится вот смартфончик, ей понравился. И смотрите, какая классная толстовка. Это уже вторая у нас будет. Ну, мне кажется, Эвелине очень любит серый цвет. Да, Варюшка там. И я не зря хотела ей купить серый костюм. Либо бежевый, я думала. Но я склонялась все-таки к бежевому. Ну, раз нам мама подарила вот такую вот толстовку, я теперь куплю ей просто утепленные штаны серые. Либо моя мама уже их купила и подарит нам на следующий наш праздник. Да? Ну тебе вообще идет. Ты посмотри, какая ты красотка. Да? Еще серые штанишки, у тебя кроссовки классные. Ты вообще просто приодета будешь на лето, на такие переходные межсезонья. Очень классно. Спасибо, мамуль. Мы тут, кстати, разобрались в нашем смартфончике и поняли, что он включается вот тут и выключается. Пока. И вот сейчас привет. Привет. Все. И здесь можно изучать буквы, изучать слова, картинки здесь нарисованы. И, собственно, ну да. Это я включила камеру, она убежала. Вот, допустим, А. А если вы хотите слово, допустим, нажимаете вторую функцию, слова. Я не нажала. Давай поиграем. Вот, и теперь. Арбуз.
Арбуз. Барабан. В общем, он называет примеры. Ёжик. Алися. Фыр-фыр-фыр, да, говорит ёжик. Ей нравится включать и выключать его. Хлеб, да, говорит. В общем, интересный такой смартфончик. Вот, допустим, про описание. Давай поиграем. Ну-ка, что тут скажет? К-У-К-Л-А, кукла. А, называет отдельно буквы и читает слово. Л-И-С-А, лиса. Угу. Так, а что на четвертый? Найди букву Э. Найди букву Э, доча. Где буква Э? Вот она. Правильно. Молодец. Классно. Найди букву и краткое. А пятая что за функция? Ну-ка. Авелина, здесь есть музыка. Да. Беги сюда с зайкой скорей. Пока-пока, я надеюсь, не будет авторских прав на эту музыку. Да, доченька? В общем, классная такая штука, мы сначала-то не разобрались, я думала, это просто, ну, как бы имитация смартфона, на самом деле тут вон сколько функций. Я потом уже села, все посмотрела и думаю, так, надо все испробовать. Вот, Велина тыкает без конца вот это включение-выключение. Ну что, классно вообще, спасибо. Очередная музыкальная игрушка, развивашка у нас есть. Вот, сейчас хочу пойти готовить себе кушать, а то ничего нету совсем. Коля у нас по-прежнему не дома, а мне нужно что-то сварить. Мне нужно опять успеть сегодня помыть голову, я не знаю, как это успеть до вечера. Вернее, уже вечер практически наступил. И мне нужно сварить сейчас кушать, и нужно еще помыться. Но это, наверное, вечером перед ванночкой, наверное, успею сходить. А потом уже ее буду купать, если получится, очень надеюсь. Потому что сейчас у Велины как раз такой период, когда ей важно, чтобы я с ней просто сидела, вот, допустим, в зале, а она играла рядом. Если я ухожу, допустим, делать дела на кухню, она меня зовет, либо бежит за мной. Очень редко, когда она сидит одна и играет долго. То есть она может какое-то время поиграть, но потом обязательно бежит за мной. Вот, у нас на заднем плане я вижу там Ляля Боня раздетый. Надо его одеть. Велинка сегодня раздела. Купала его под этим, под краном, включила, попросила меня включить водичку и купала его. Пила сегодня вот такой йогурт. Мне понравился био-йогурт. Тут 1% всего, 1,1% жира. Классный. Прям вообще я его подогрела себе. Холодную не пью с холодильника. А вот он такой тепленький, вкусненький был с печенькой. Прямо с овсяной печенькой. Пол печеньки, можно сказать, я съела. Все, кускую помаленьку теперь. В общем, и вкусный показался. В общем, вы берете такие вот биобалансы? Напишите, кто тоже любит. Потому что я от биобаланса люблю много продуктов. Раньше мы вообще постоянно с Колей покупали всякие вот такие вот питьевые штучки. И мне нам нравилось. Еще всякие вкусы брали, но я в основном всегда вот люблю натуральный, такой вот классический, без всяких добавок. Потому что я не люблю сладкие такие вот штуки. Они такие приторные, мне кажется. И вот снежок, допустим, я тоже не люблю, потому что он сладкий. А вот просто кефир или йогурт такой мне нравится. Так, я тут разговариваю с Колей и параллельно готовлю рис на гарнир. И курочка уже готова. Доченька, можно я договорю? Курочка с помидорками и а-ля в сливочном соусе, но сыр. Но там не какой, не сливочный, а какой? Сметанный соус. Мы с Авелюшкой ходим, как всегда, играем. У нас вечно стандартный режим, там поесть, поиграть. Вот, так что мы будем прощаться уже с вами, буду монтировать этот влог. И всем пока-пока. Колю скоро покажу вам. Коли давно не было.